Затопило дачи. В Нижневартовске уровень воды в Оби поднялся до отметки в 910 сантиметров. Из-за этого оказались подтоплены около сотни земельных участков и строений. На них в 14 кооперативах города. Специалисты прогнозируют дальнейший подъем реки. При этом до введения режима чрезвычайной ситуации в столице Самотлора Оби осталось прибавить 70 сантиметров. Наивысший уровень за последние 10 лет в Нижневартовске отмечался в 2015-м. Вода поднялась выше 10,5 метров. В Сургуте пока застыла на отметке 710 сантиметров. До наступления опасных явлений в нашем городе в воде осталось набрать чуть более полуметра.